На прошлой неделе власти сообщили, что к 13 сентября отопление дадут во всех микрорайонах города. Началась новая неделя, но в большинстве домов, судя по комментариям магаданцев в социальных сетях, батареи до сих пор холодные. Почему до многих квартир областного центра так и не добралось долгожданное тепло, объяснил мэр Юрий Гришан. У нас запущена магаданская ТЭЦ еще в четверг. В пятницу началась подача тепла в центральные тепловые пункты. На сегодняшний день все центральные тепловые пункты в работе. Отдается тепло в дома, в управляющие компании. Есть дома, которые не подключены еще, но я хочу сказать, акцентировать внимание, что это работа уже управляющих компаний. Школы подключены все, детские сады подключены все. Учреждения здравоохранения, надеюсь, что тоже заявки сделали и подключили. Сегодня мы вечером будем мониторить. Но что касается жилья, если кого-то не подключили, пожалуйста, на горячую линию департамента ЖКХ. Если не знаете номер горячей линии, звоните 112. Там в колл-центре идет обработка всех ваших звонков, связывается с управляющей компанией. Отрабатываем те подъезды, где по разным причинам люди позакрывали квартиры, поперекрывали стояки. Такие есть. Вот сегодня две ситуации по Соколу, по Магадану. Мы научились открывать такие квартиры. Я думаю, что вот по показателям магаданской ТЭЦ сегодня значительно увеличился отбор тепла. А как только дома подключают, сразу ТЭЦ на макроуровне видит, сколько тепла ушло в дома. Я думаю, что завтра-послезавтра мы уже о запуске отопления и не вспомним. Все будут обеспечены ресурсом и никаких проблем не будет. Но еще раз говорю, если будут все-таки вопросы, звоните 112.